Тише. Галерея Виктора Винограда, то есть моя галерея, находится на Греческой площади в подземном торговом центре Греческий. Здесь выставлены работы различных художников. Сегодня мы выставляем работы белорусских художников, Австрия, Польша, Германия и Иран. Открылась выставка. Работает каждый день. Можно приходить, посмотреть, побеседовать и даже купить картины. Это работы Константина Скопцова. Художник, мастер боевых искусств. В Одессе таких немного, только я и он, насколько мы знаем. Вот его работы. Очень хорошие работы. Продаем. Это работа белорусского художника Юрия Павловича. Написано акрилом. Очень хорошая работа, техничная. Очень хорошая. Мы ее продаем, можем даже поторговаться. Ну что сказать про эти работы? Работы одной из иранских художниц, которые находятся, эти работы у нас здесь. Очень реалистичные работы. Натюрморты. Сделаны все работы на бархате. У нас таких работ в Украине нет. Сделаны в реалистичном манере. Здесь очень интересная техника. Здесь точная техника, иранский ковер. Посмотреть, прийти, посмотреть, какая это трудолюбивая, тонкая работа, замечательно сделана, очень реалистично. Кстати, в связи с таким положением на Украине работы очень дешево мы продаем, а за границей такие работы стоят по 2-3 тысячи евро.